Санс. Как ты себя чувствуешь? Немного сонный и голодный. Сейчас прогоню данные. Скажи мне, пингуется ли он в твоей душе, когда я включаю ее? Санс. Конечно. Мы все еще можем отменить это. Нам не нужно... Нет. Нам нужен какой-то способ сломать барьер. Эта идея может сработать. Кроме того, никто не будет себя добровольцем. Так что им буду я. Усиление моей магии могло бы сработать. Включай ее. Не волнуйся, брат. Я буду здесь, так что ничего не сможет быть не так. Спасибо, что защищаешь мой подвоночник, бро. Санс, отнесись к этому серьезно! Это ломает его. Его душа вот-вот перенасытится магией. Этого достаточно, чтобы у него было больше силы. Быстро, всем выключить все генераторы. Все сразу, немедленно. Генераторы выключены, доктор Астер. Теперь мне нужно просто разделить его. Все данные утеряны. Все горит. Санс. Санс. Ты меня слышишь? Проснись, пожалуйста. Санс. Санс. Быстрее кончу, быстрее кончу. О, ты встал. Папирус? Все в порядке. Он помогает убирать лабораторию. Процедура повышения уровня твоей магии была неудачной. Будет лучше, если ты на какое-то время не будешь ее использовать. Не волнуйся, у меня уже есть другой проект, чтобы сломать барьер. Мы собираемся работать над этим в следующем месяце. Когда в мою душу ударила энергия, я что-то почувствовал. Это чувство казалось мне знакомым. Это пугает меня. Я чувствовал свою душу. Но это было больше похоже на будущую душу. Все, что я чувствую, это стресс от гнева. Я чувствовал много плохого, когда был там. По какой-то причине я вижу себя неудачником во всем, что бы я ни делал. Как бы я ни старался, я терплю неудачи. Это так. Я еще не сказал Гастеру. Нет, но процедура, она сработала. Моя магия выросла. Странно. Эту силу очень трудно контролировать. Я все еще могу использовать свою старую магию, но это... Он прав. Лучше я пока не буду использовать свою магию. В любом случае, мне все равно, беспокоит ли меня это. Неудача есть неудача, такова уж истина. Именно поэтому люди исправляют свои ошибки. Как я. Их у меня было очень много. Но я склонен исправлять свои промахи. И я знаю, что у тебя есть свое мнение на этот счет.
Я не лучший в советах, но я знаю, ты найдешь свой путь. Поступай по-своему. Ты уже почувствовал, что должно случиться с нами в будущем. Поэтому у нас есть шанс изменить это. Кроме того, нелегко жить в мире, подобный нашему. Ты должен усердно работать, чтобы сделать даже самое маленькое дело. И даже если ты потерпишь неудачу, как я говорил, попытайся исправить ее, насколько сложно бы ни было. Ты должен преодолеть себя и сделать это. Неужели так? Знаешь, много работать это слишком для меня. Но я попытаюсь. Я уверен, ты сможешь исправить плохой исход. Я был так близко. Что ж, посмотрим уже, что нас ждет в будущем.